Нужно быть осторожнее. Шакалы. Давайте, валить отсюда, засранцы! Вот так. Это мне нужно. ¡Bienvenidos a México!
Что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Хоп! О! Ай! Мой лук! Нет, ты не готов! Назад! Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает? Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Объятия. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. 2 дня. Через 2 дня я получу ответ. 2 дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это... Если нас догонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь. Я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Как там твоя нога? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его вы. Эй, а ты чего уши развесил?
Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы! Что случилось? Ugh.